По поручению секретаря Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия», первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Андрея Анатольевича Турчак, продолжается работа по расширению количества участников партии и вручению партийных билетов Всероссийской политической партии «Единая Россия» гражданам Луганской Народной Республики. Теперь уже в ближайшие две секунды мы однопартийцы, и вначале я хочу всех нас поздравить с наступающим праздником, Днем Великой Победы. Этот праздник важен для каждого человека, для каждой семьи, независимо от того, где он сегодня проживает в России, в ближнем или дальнем зарубежье, потому что та победа, которая нам досталась большой ценой, она стоит того, чтобы ее защищать, эту нашу историю, помнить о тех, которые погибли, не забывать тех, которые сегодня живы. И вместе с нашим координатором «Единой России» Виктором Дроновичем Рябичевым мы уже несколько дней вручаем подарочные наборы от Всероссийской политической партии «Единая Россия» нашим ветеранам, которые проживают на территории Луганской Народной Республики. Сюда входят и узники концлагерей, сюда входят и жители блокадного Ленинграда. Мы никого не забыли, не забудем и тех, которые сегодня на освобожденных территориях. Там с вашей помощью, с помощью ваших сотрудников мы будем находить тех ветеранов, которые живы, для того, чтобы также их поздравить, вручить наши праздничные наборы, чтобы они понимали, что мы о них не забыли, что они рядом с нами, и мы будем их всегда помнить. Руководитель нашей партии – это Владимир Владимирович Путин. Вы знаете, что мы партия президента, и все свои дела, все свои шаги мы именно соизмеряем с теми решениями, которые принимает президент Российской Федерации. Поэтому секретарь Генерального совета Андрей Анатольевич Турчак постоянно бывает здесь, на территории и Луганской Народной Республики, и Донецкой Народной Республики. Каждый его приезд – это поручение для нас, в том числе сидящих здесь, теперь уже однопартийцев, что мы должны сделать в ближайшее время, какие задачи он ставит перед нами. В каждый приезд мы затем отчитываемся о том, что мы на сегодняшний день сделали. Вот по его поручению, с учетом той идеологии, которая должна быть на освобожденных территориях, воспитание подрастающего поколения, в ближайшее время мы откроем 3 казачьих одесских корпуса и 1 казачий технический колледж для того, чтобы готовить специалистов для народного хозяйства. У нас для этого существуют хорошие программы, даже, можно сказать, отличные, потому что идеология воспитания подрастающего поколения – это та основа, на которой мы строим свое будущее. Я еще возглавляю комиссию по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи Совета при президенте по межнациональным отношениям. Когда меня президент назначал на это направление, он говорил: твоя комиссия самая главная, потому что это будущее нашей России. Поэтому дети, которые сегодня живут в Новоайдаре, в Рубежном, в Старобельске, те, которые сегодня еще находятся на иной территории под укрофашистами, это и Северодонецк, и Лисичанск, в любом случае это вопрос времени, когда мы станем едины в наших границах. Этих детей нужно будет воспитывать, перевоспитывать, потому что та извращенная система воспитания, с которой мы знакомимся, бывая в этих школах, ну, она, конечно, требует особого внимания и руководства государства, и каждого министра, и глав администрации, ну, естественно, и наших молодежных организаций, которые активно будут работать
в этом направлении. Сегодня партийные билеты получили 53 сотрудника аппарата правительства Луганской Народной Республики из рук Виктора Петровича Водолацкого, члена Президиума регионального политического совета Всероссийской политической партии «Единая Россия», члена Генерального совета, первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и координатора Всероссийской политической партии «Единая Россия» Луганской Народной Республики Виктора Друновича Рябичева. Уважаемый Сергей Иванович, по поручению секретаря Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» Андрея Андреевича Турчака я хочу вам вручить партийный билет нашей партии. Считаю, что Всероссийская политическая партия «Единая Россия» прибавилась очень активным патриотом, который уже многие годы защищает нашу землю от украфашистов. Уверен в том, что ваши знания, ваш опыт будут активно использоваться нашим региональным отделением партии «Единая Россия». Желаю вам в рядах нашей партии быть таким же уверенным, твердым руководителем, как и вы есть. Ну а мы, ваши теперь однопартийцы, будем вам помогать во всех ваших делах и начинаниях. Спасибо большое. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. И знак чок и России. Виктор Петрович, для меня это огромная честь и огромная ответственность. Служу России. Люба. Люба. Работа, которую проводит партия «Единая Россия» в Луганской Народной Республике, уже сегодня организована в нескольких направлениях. Это не только предоставление гуманитарной помощи, но и решение ряда сопутствующих проблем для граждан с освобожденных территорий. Для нас с вами очень важная задача в ближайшее время перейти всем ведомствам, всем министерствам, всем структурам на российские стандарты. Я понимаю, что у вас это намного лучше сегодня, чем у соседей, но в любом случае существует еще ряд направлений, которые по какой-то причине забыли о этом направлении, о той тенденции, которая сегодня происходит в некоторых, в большинстве министерств Луганской Народной Республики. Поэтому те территории, которые сегодня вошли в состав Луганской Народной Республики, они требуют особенного бережного, чуткого внимания, независимо от той ситуации, в которой они были. Сегодня они вернули свою семью. Поэтому отношение должно быть как к своим родным и близким. Действительно, сегодня такой торжественный момент. Виктор Петрович, я должен вам сказать, заверить, что действительно партия может гордиться тем коллективом, вот этими прекрасными специалистами, которые вошли в состав нашей партии. И те задачи, которые поставлены будут перед нами, они выполнят с огромным удовольствием, потому что здесь элита. И я по своей работе никогда не видел, чтобы кто-то вот не отнесся по-человечески, чтобы кто-то не принял решение. Четкое понятие, четкая дисциплина и четкое решение. Поэтому я могу с гордостью сказать, что действительно вот партия приросла такими прекрасными специалистами. Я тоже горжусь. Спасибо, Виктор Петрович. Количество последователей Всероссийской политической партии «Единая Россия» на Луганщине растет, а это значит, что программы, которые реализует партия на территории Луганской Народной Республики, востребованы и актуальны.